Встречайте нашу новую подругу. Ее зовут Татьяна Владимировна Костоправ из города Хмельницкий. Пожалуйста. Рассмеши смешного, рассмеши меня, рассмеши меня. Татьяна, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна. Костоправ, фамилия или хобби? Фамилия. Фамилия. Мужа. Ну и моя уже. Фамилия мужа. Вы строгая, да? Я боюсь просто. Тань, а вот скажите, пожалуйста, насколько плоха была ваша фамилия, что вы взяли фамилию Костоправ? Не, ну просто так надо было, муж попросил. Я и взяла. С каким животным вы себя ассоциируете? Написано «лань». За что вы так с собой, вот просто? Нет, ну лань — это такое животное. Пока все логично. Так. И вы чувствуете, что вы на нее похожи. Мне кажется, вы гораздо симпатичнее. Нет, она быстро бегущая, немного дрожащая. Немного похожа. А вы просто волнуетесь, поэтому немного дрожащая, да? Да, и бегаете быстро. Убегаю, да. Берете деньги и... А на гитарке будете нам исполнять что-то, да? Да, песенки, если можно. Свои? Мои, да. Мои, да. Коротыши. Мне интересно, да. Вот задайте, пожалуйста, Владимир, тот вопрос, который написан «Самая удачная шутка в вашей жизни». Это просто смешно. Упала в оркестровую яму. Как там? И после этого взяла фамилию мужа. Потому что упала на него. Нет. Просто я бежала, зазвонил телефон. Кто говорит? На стуле лежала сумка. Я упала пластом сразу. Оркестровая яма при чем? Вы же что, живете в театре оперы? Ноги туда упали. Вы знаете, я бы назвал все происходящее... Мне просто весело. Да, я... Вы знаете... Это похоже на генератор случайных чисел. А дальше, Дима, а дальше? Что вы сделали для Евро-2012, слепила мяч из снега? Да. Желтый? Нет. Смотря в каком городе. Написано, слепила, не раскрасила, Дим. Ну подождите, почему? Подождите, но зимой играют же цветным мячом. Ну хорошо, да. Что? Татьяна Владимировна. Да. А на что потратите деньги, если выиграете? Сначала я хочу купить пальто и сапожки. Слушайте, а может быть, вы просто хотите сделать обращение к супругу прямо вот из студии, прямо в камеру, можете ему сказать, может, он купит? Ну, ему тоже надо купить. То есть, Дима, все логично, у меня вопросов нет, я не знаю... Вы знаете, я за ответы Татьяны готов предложить сразу дать ей 1000. И пусть человек купит себе купит сапожки. Себе одежку. Татьяна, вы не передумали выступать? Да нет. Итак, Татьяна, у вас есть 1 минута, чтобы заставить комиков смеяться. Первая минута вашего выступления может принести вам 1000 гривен. Начали. Песня про взрыв на китайской атомной электростанции. Лица желтые над городом кружатся. Вы выиграли 1000 гривен. Поздравляю. Но смеялся Женя. Я думаю, что у меня визу в Китай не заберут. Я в какой-то момент подумал, что это на самом деле... Эмоция ужаса на лице Жени. Я не мог понять, смех это или не смех. Это так... смех от ужаса, Дима. Это шок. Евгений, да. В шоке всегда смеется. Вот знаете, ты как скажешь... есть смех сквозь слезы, так есть слезы сквозь смех. Вот сейчас, мне кажется, это была твоя реакция. Ну как? Да. Продолжим? Танечка, это уже с вами разговаривает. Да. Он спросил, продолжим. Он... Тань, а вы выиграли 1000 гривен, можете заработать... Гораздо больше, уже 5000 гривен, если возьмете еще 1 минуту выступления. Ну как? Ну, 5 хватит и мне, и мужу. Мне нравится, что вы говорите со мной загадками. Ну ладно, минута пошла. Не подождите, о боже.
Точки удар забить, подождите. Ты просто не видел этого движения, понимаешь? Друзья, я прошу минуту внимания. Новый рекорд в шоу «Рассмеши комика» — смех на 8-й секунде. Ну, что поделаешь, да? Это очень смешно. Так а что было? Что было? А я не понимаю, как тебе объяснить, что это вот. Это такой ужас. Ты просто говоришь, минута пошла. Татьяна еще продолжала, видимо, биографию свою и ее супруга. И тут она понимает, что время пошло, она... Это было очень просто смешно. Ну, я не знаю. Ну, сори. Ну, вот так. Ну, деньги ваши, мне не жалко. Таня. Да. Вот такой вот нелепой случайностью вы выиграли 5000 гривен. Я поздравляю вас. Спасибо. Ну, подождите, сбылась ваша мечта. Теперь можно одеть и себя, и мужа. Можно забрать 5000 и покинуть площадку. А можно все-таки исполнить вот тот вот суперхит, который вы нам приготовили, и выиграть уже 10000. Что вы выбираете? Я куплю лучше сапожки и пальто. Я боюсь исполнять хит. Да давайте, не стесняйтесь. Когда еще такая возможность представится, Тань? Нет. Я боюсь, говорит, исполнять хит. Я думаю, что не один раз то же самое говорила Маша Распутина, выходя на сцену. Потому что хитов-то нет. Послушайте. Танечка. Но дело в том, что за 10 тысяч можно купить не только весеннее, но и летнее пальто. Если оно вам понадобится. Ну, летом-то, да? Может хватить на 2 сезона. Совершенно. А если купить демисезонное, то можно сэкономить. Вы меня провоцируете. Я боюсь с ним, но... Вы не бойтесь. Вы возьмите лучше еще одну минуту и выиграйте 10 тысяч гривен. Скажите ему что-то. Я... Меня уполномочили вам что-то сообщить. Что конкретно, я буквально через пару секунд вам скажу. Танечка, что вы хотите, чтобы я ему сказал? Тань, послушай, да, что вы хотите? Заберу и убегу. Тань, а когда вы когда-нибудь держали в руках 10 тысяч гривен? Да, держала. На свадьбе дали. Было. И в тот момент вы думали, все, в последний раз в жизни. А вот тот момент снова настал. Вы можете снова взять в руки 10 тысяч гривен, а может быть даже 20. Да не надо. Танюша, вы выиграли 5000 гривен. Поздравляю. Рассмеши смешного. Сделай, чтобы парень смеялся. Рассмеши смешного. И под столом валялся. Рассмеши смешного. Пусть намочат колготки. Рассмеши смешного. Но только не используй щекотки. Дорогой муж, теперь у меня будут сапожки, сумка, наверное, куплю, и пальто обязательно. Позвольте объявить начало сегодняшней суперигры и пригласить участника, который впечатлил нас в прошлом сезоне. Татьяна Костоправ, город Хмельницкий. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. У меня такое ощущение, вы знаете, когда в школе уезжаешь на летние каникулы, приезжаешь через 3 месяца и никого из одноклассников не узнаешь. Вот я тоже никого пока из участников узнать не могу. Серьезно, вообще Дим, никого ты не просто могу. Не туда смотришь. Но я тебе скажу, и мы, дело в том, что с Жекой, мы, конечно же, тут же переглянулись и кое-что друг другу сказали. Мы помним Таню. Что-то было? Таня, нет, у нас с Таней ничего не было. Был только юмор, но мы помним, что Таня очень необычный участник. Интересно. Я вас тоже помню. Это подтверждение. На самом деле, я бы только за несколько ответов в анкете давал бы уже 1000 гривен. Потому что я когда прочитал род занятий, где работаете в скобочках, написано в гугле. Или, допустим, вот, с каким животным себя ассоциируете? Морская звезда. Ну, разве не гораздо красиво? Смешнее, чем вы занимались во время Евро. Очень важную миссию так. Выполняла Татьяна. Чем? Рвала черешню и продавала туристам. Шведы довольны? Они до сих пор не могут уехать. 90 не досчитались, где-то сидят. Просто сидят, там немытая была черешня. Танечка, так а на что ж потратили реально 5000, которые выиграли в прошлый раз? Купила пальто и сапожки. И как летом в этом?
сапожки порвались. Хорошо. И вот я здесь, да? Я же весной ходила. Весной ходила, ходила и пришла сюда как раз, в общем, к осени. Да. Понятно, Танечка. Ну, а что, значит, сегодня, если выиграете 100 тысяч, на что потратите? Ой. Второе пальто и сапожки? Да не, много уже можно купить себе. Ну, говорите, что хотите. Не, ну... Ну, что не? Да как-то не... Хотелось бы на доллары поменять. Поскольку возрастет курс. Это можно прямо у Димы сделать. Доллары, евро, российские рубли. Таня, выбирайте все, что захотите. Хорошо. Ну, скажите мне честно, вы волнуетесь? Ведь вы на сцене уже не в первый раз. Ну, во второй, то... Но не в первый. Таня, нас ждет сюрприз. Давайте начнем. Танечка, минута на ваше выступление, и эта минута может принести вам 1000 гривен. Минута. Пошла минута. Украинская народная... Я так и знал! Я так и знал! Смеялся Владимир Зеленский. 4-я секунда. Но на пустом месте вы выиграли 1000 гривен. Поздравляю. Ой, боже, боже. Я прошу прощения. Спасибо. Не сдержался, пожалуйста. Не приготовился. Пошла минута. Татьяна, вы счастливая обладательница 1000 гривен. Продолжите фееричное выступление с хитами? Да, да, ну да, да. Ну, давайте начнем. Итак, все. Песня украинская народная. Їхали козаки всей толпою баню, підманули Галю, а забрали Таню. Следующая песня должна понравиться Жене. Про гопников просто. Песня. Я у людей такую реакцию вызываю, да? Я же говорю, это уникальная артистка. То, что она говорит, смешнее, чем то, что она поет, да. Женя, почему ты смеешься над этим снисходительным юмором? Да потому что я такое ощущение, что Таня не одна считает, что я как-то из гопников вышел откуда-то, понимаешь? Не знаю, у меня ощущение, просто Таня тебя хорошо знает. Когда-то сумочку забирал. А я вас помню. Подрезал. Я вас помню, такая большая. Мне когда-то лицо начистили, да-да. Таня. Лады, пятерик в кармане. Ваша импровизация приносит вам 5000 гривен. Поздравляю. Спасибо. Да. Ну, может быть, следующая песня будет посвящение Владимиру Зеленскому, мне, публике, зрителям программы «Рассмеши комика». В общем, секреты вы уже знаете. Возьмете еще одну минуту? Конечно, хочу. Я задал другой вопрос. Возьмете еще одну минуту? Возьму. Возьми. Ну, минуту возьму. Время пошло. Пошло время. Песня для Жени. Гей, вы лошари, а ну знімайте свої шкари. Я еще не слышал, чтобы моего товарища так оскорбляли. Для меня просто шок. Это его друзей. Ну, не друзей. Я понимаю. Мы выяснили, в первой песне мы выяснили, что Евгений гопник. А во второй стало понятно, что ты еще и лошарик. Песня не про меня, песня про гопников. Жень, хорошо. Ну что сказать? Хочется сейчас попросить немножко притушить свет, расслабить галстук и сказать, ну что, Жень, рассказывай. Рассказывай, как было. Я кто ничего ты? Не скажу без адвоката, понял? Понял, начальник. Начальник. Татьяна, вы выиграли 10 тысяч гривен. Молодец. Хорошо. Хорошо пошло. Да. Как вы понимаете, можно и песцовое пальтишко, и... Пошла. Это немножко позже. А. Да. Возьмете еще одну минуту вашего выступления. Что на кону 20 тысяч гривен. Да. Но. Ну что, вы можете выиграть 20 тысяч гривен в течение следующей минуты выступления или сейчас забрать 10 тысяч, и мы с вами попрощаемся. И вы сразу в Зару на Крещатик. За сапогами такой и маленький пальто. Маленький продукт плейсмент в программе. Какой Крещатик? Правда? У нас на Хмельницком хороший базар. Хорошо. Не хотели обижать вас. Да, наверное, возьму деньги, если можно. Нет, нельзя. Пой! Еще! Ну, Танечка, если у вас еще юмор, вспомните, может быть, вы
Подарите еще одну минуту юмора. Пожалуйста. Что думает публика? Так. Деньги берали, да? Но что вы кричите? Сапоги одни. Вам-то какая разница? Тань, что вы выбираете? Ведь можно произвести фурор. Не забывайте, что главный приз сегодня 100... 100 тысяч. Может быть, вам будет понять. 100 штук. 100 кусков. Десятая часть лимона. 100 пар сапог. А, понятно. Знаешь, что ты все про меня. Танюша. Ну, давайте попробуем минуту. Татьяна Костоправ из города Хмельницкий делает рискованный выбор, берет еще одну минуту выступления, и сейчас, вполне возможно, в ее кармане окажется 20 тысяч гривен. Спасибо. Музыка и слова Малинина, оригинал мой. Берегла, берегла, берегла не смогла, берегла не смогла и напилась. Про студенток ПТУ. 33 коровы, 33 коровы, 3... Не попадаю. Следующая песня. А «Белый лебедь на пруду» на самом деле была написана на украинском языке. Пою быстро. Я куплю тубиди в Веньковецьком районе. Короче, припев. А «Белый Катю». А эта шуточка прямо в цель, прямо во Владимира Зеленского. 20 тысяч гривен ваши! Ты понимаешь, это очень смешно. Она понимает, что куплет не пройдет, и она понимает, что песню спеть надо. Надо, и причем куплет не пройдет, поэтому нужно вставить что-то перед песней. Ну, ладно, молодец, все равно. Круто. 20 тысяч гривен молодец. Вы выиграли, Таня. Поздравляю, браво! То есть вы понимаете, что при хорошем раскладе это целый гардероб. Гардероб на сезон. Демисезонный гардероб, как хотите. Ну хорошо, можно ведь наконец-таки и на себя потратить. Таня, следующий шаг стоит 50 тысяч гривен. Следующая минута. Я боюсь. Мы тоже. Таня. Я просто хиты перепрыгиваю. И пою обычные песни, ты видишь? Да. Ну, Таня, вас не понять. Следующая минута может принести вам 50 тысяч гривен, а следующая — целых 100. Зачем же останавливаться? Да пусть кто-то еще выиграет. Нет, у нас есть. А у вас еще есть? Я думала... Дима с уверенностью говорит «у нас» и смотрит мне в глаза. Татьяна, можно войти в историю. Вы в прошлый раз сколько выиграли, вы говорите? 5? 5! А сейчас 20! Чётенько. Это классно. А если я попрошу круто. Вас произнести 5 и 50? Ну, это вам 50. Мне 20. Это Юрию Николаеву 50. Да, Шепелев младшим все-таки. А, я имела в виду не возраст. Мы поняли, Танечка. Танюша, возьмете еще одну минуту? Нет. Поздравляю, вы выиграли 20 тысяч гривен. Спасибо. Всем участникам суперигры я желаю только удачи. На сцене Аким Карасаев, город Бишкек. Встречайте. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Как у вас? Алейкум ассалам. Как дела у вас? Классный человек. Он там ваш человек? Это наш. Посмотрите туда. Красивый. Еще бы. Может, я уйду, я, может, загораживаю его. На него смотреть. А мне нравится, что он задает вопросы. Хлеб отбираю, да? Аким, вы можете позадавать вопросы. Есть какие-то вопросы? Как жизнь? За кого голосовать будете?
Только за таких, как вы, положительных да? людей. Я аж в выборах не участвую уже. Все, тогда не приду. Могу. Можете? Да. Аким, а как у вас выборы в Кыргызстане происходят? Или вы один раз выбрали лет 20 назад? Нет, ну там борьба идет. В прямом смысле. Вольная или классическая? А классическая это какая? Ну это когда мужики обнимаются и борются. У вас какая-то странная борьба. Честно, мужики тут обнимаются. Потом... Странная борьба, о чем мы с вами говорим вообще? А я не знаю. Слушайте, расскажите, пожалуйста, вот как вообще круто, да? Вот сколько километров до Киева примерно из Бишкека? Так, из Бишкека, ну если через Баку... Как вы ехали, ладно? Через Баку. Тогда давайте, сколько километров ездили через Баку? В часах могу сказать. Хорошо. В днях, можете сказать. Нет, днях не могу, у нас не преподавали еще у нас. А это вы в следующем году изучаете дни. Да. А в часах? В часах, так, 3 часа до Баку, 3-4, потом там 4 часа стыковка. И потом еще 4-5 часов сюда. А если не на лошади? Это не преподавали пока. Нет, если не на лошади, ну тогда в днях, а днях это вот позже чуть-чуть. Понятно, двумя самолетами летели. Не, на одном? На одном стыковались, да? Да. Понятно. Слушайте, молодец. Не зря, что я мэр города, да? Конечно, не зря. Бишкека? Нет, там рядом есть города. Маленький, небольшой, да. Два человека. Ну вот если сегодня выиграю, второй куплю город. Хорошо, Аким, вообще это, конечно, круто, что мы в комике понимаем друг друга, независимо от этих всех расстояний. Чинелю, ты чинес миру. Если ты. Окей. Да. Миль-милен. Аким, простите, пожалуйста, а скажите, как на киргизском будет слово «поехали»? Гетк. Тогда гетк. О, милен. Ассаламу алейкум, уважаемые широкоглазые. Атмосфера сегодняшнего вечера должен быть очень радостной, позитивной, дружелюбной. Чё говоришь? Да пошел ты. Друзья, сегодняшний вечер, он как любая кыргызская свингер-пати. Тоже не без моего участия, друзья. Поэтому начинаем нашу кулинарную передачу. Твоя семья, я в рот еда пихал, друзья. Поздравляем, 1000 есть. Продолжаем, наверное, да? Некоторые выступления очень не хочется перебивать, поэтому сразу продолжаем. Да, хорошо, давайте. А, вы спросите, я Кимчан, я отвечу. О, что тебе, друг, вы спросите? Ты зачем кулинарное шоу показываешь? Это же рассмеши комика, тут нужно удивлять. Ну, понимаете, у нас в Кыргызстане, чтобы удивлять, есть две вещи. Это кухня и ботинки президента. Ну, я так понимаю, ботинки президента вас не удивили, поэтому кухня, друзья... И я вас буду учить готовить, ведь, как говорят некоторые люди без фантазии, учение – учение, а не учение – не учение, друзья. Итак, плов. Что приготовить? Плов мы берем, казан кидаем, туда рис, морковка, барашка. И самый главный ингредиент – что? Правильно, танцевать, друзья! Ла-рифа, ла-рифа! А пока танцуем, да, у меня для вас две новости. Одна – ой, как он мог, а вторая – ла-рифа, ла-рифа! У меня брата в тюрьму посадили. Ой, как он мог. Зато я отмазался. Ла-рифа, ла-рифа. А, друзья, молодцы, да, такие? Давайте проведем небольшой конкурс. Давайте узнаем, кого в зале больше, девушек или коммунистов. Ай, молодцы, ребята, друзья. Итак, 10 секунд, да, у меня осталось. Ох, черт, что делать? Итак, для вашего выступления специально подготовил магическое представление. На ваших глазах я сделал так, что левая рука станет правой. Итак, ахалай, махалай, поехали. Ну, я видел, как на 60-й секунде, на последней, наши комики разорвались в улыбке. Нет, ну это круто. Я засчитываю вам 5000 гривен. Будем, видимо, ждать, когда левая нога превратится в правую. Дальше продолжаем? Да вот я подумал, можно 10 секунд? Да, можно. Можно 10 секунд, а можно 5000 гривен забрать. А плов умеете готовить? Да. Да? Да. Вкусный? Да. А в чем секрет? 10 тысяч дадите, я вам приготовлю. Так, сейчас. Не сбивайте, пожалуйста, чё? Нет, мы не сбиваем. Навались, сейчас. А что, кроме плова, умеете? Я могу рассказать, но если заплатите. Подумайте. Ну, сейчас думаю. Я просто сразу в конец выступления ушел и сейчас. Чё делать? Дальше? Давайте что, попробуем. Точно? Кайфовать, да, приехали. Тогда, Аким, я должен вас спросить, как будет на вашем языке слово «попробуем»? Ох ты ж.
Ух ты ж! Нет, 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 это удивление. У них удивление. Ух ты ж! Че, начнем, да, давайте, кайфанем, че. Аким, хорошо, как слово кайфанем? Кайфовать и тэус? Кайфовать и тэус. Тогда я думаю, что мы сейчас все вместе... По-моему, ты ругаешься матом, мне кажется, он тебя подставляет. Итак, третья минута, на кону 10 тысяч гривен. Поехали, Аким. Итак, следующее блюдо в нашем меню – это пельмешка, друзья. Чтобы приготовить пельмешка, мы берем рука, кладем в нее мантышка и все это сжимаем до состояния пельмешка. Уровень пельмешка готова. К этому блюду очень гармонично подойдет салат алейкум. Салат алейкум, алейкум салат, друзья. Итак, специально, да, для вас, вот хлеб зрелище есть, нужно зрелище, да? Итак, миниатюры. Поэтому, как говорил один кыргызский депутат, давайте будем посмотреть. Итак, одноэтажный роддом. А, Лена, кто? А, мальчик, все, видишь, давай. Ай-на-на-най-най. Итак, солистка группы «Город 312» простудилась. В конце тоннеля яркий свет слепой звезды. Человек, у которого несколько имен. Поздравляем, 10 тысяч гривен. Ага. Если есть такие короткие миниатюры, было бы прикольно, конечно. Да? Ну да. Там еще два... Сейчас я... Два часа. Вам осталось всего два раза рассмешить наших, да, комиков, и вы уйдете отсюда с главным призом. Че? Дальше? Да? Давай дальше, конечно, че. Десяточка, да? Yes. Ну, давайте сейчас... Там мама кричит, бери деньги. Где мама? Как я ее отсюда с Бишкек слышу, не знаю. Так, как? Сейчас. Сейчас, я вспомню миниатюры тогда? Вспомни, конечно. Так, вспомните, раз. Вы часто выступаете с юмором? Здесь? Нет, не здесь. Здесь первый раз. Здесь, да, здесь первый раз. А так с юмором, да. Ну, а на каком языке? На кыргызском, на русском. Все равно, да? Да, без разницы. У нас многонациональная страна. Это я вижу. Вот. На мне, да? Сейчас, так. Один. Там вот это вот. Считать по-русски умеет. Один и вот это вот. Это я до двух считаю так. Аким. Все, давайте. Да? Да. Итак, 10 тысяч Аким уже заработал. Заработает ли 20, узнаем через минуту. Итак, идем дальше, друзья. И следующая миниатюра. Человек с очень большой родинкой задумался. Человек, у которого несколько имен. Алло, да? Да, это я. Да, это я. Да, это я. Нет, вы ошиблись. Да, это я. Двор, где живут дети без фантазии. Ребята, побежали на качели. Кто последний, тот последний. Грабитель без собственного мнения. Всем стоять, это ограбление. Может, не надо? Ну, не надо, так не надо. Ладно, что я пошел. А, на этом мои шутки, все, у меня закончилось. Я сейчас не знаю, что делать. Спойте. Очень эмоциональный бобер. Построил плотину и от души порадовался. Сейчас. Мальчик с очень кривым черепом для вас выступил. Ты слышал, Вить? Последнюю, слышал? Нет? С очень кривым черепом. Там была добивка? Да, для вас только что выступил. Засчитывается? Да, мальчик, да? С очень кривым черепом. Все. Засчитывается. 20 тысяч гривен. Спасибо вам. Аким, а? Подожди. Я должен задать вам вопрос. Я не могу так отпустить. Вы выигрываете 20 тысяч гривен, но главный приз 50 тысяч гривен. Да? Дело в том, что как вы импровизируете, вы уже нам показали на примере бобра и мальчика с кривым черепом. На самом деле, если вы будете гнать ахинею в течение минуты, я клянусь, не останавливаясь, то эти расколятся точно. Потому что это самое смешное. Вы станете мэром Киева, да? Ну смотрите, вот это настоящий риск. Давайте кайфанем. Я заберу деньги и пойду кайфовать. Можно? Я забираю деньги. Это ваш выбор. Спасибо. Аким из Бишкека забирает 20 тысяч гривен. Молодец. Поздравляем тебя с этим. Спасибо. Спасибо. Ну я могу вот так еще. Нет, правой. Правой. Сейчас.
Ох, мое настроение сейчас просто на высшем уровне. Я всех обожаю. Спасибо за теплый прием.